У чиновников есть свое восприятие вас. Вы для них галочка. Но чтобы галочка была качественной, что для этого нужно делать? Образованных, подготовленных, имеющих определенную стратегию общественных организаций не так много. Поэтому взаимодействие между НКО и обществом, а также органами власти, сильно буксует. Общественников и волонтеров зачастую боятся не потому, что они что-то делают качественно, а потому что непонятно, что именно они делают. А когда нет информации о том, кто что-то делает, появляется страх, фобии и так далее. Поэтому, чтобы этих фобий не было, чтобы страха не было, нужно общественную организацию поддерживать обучением, сопровождением, переформатированием. А иногда предложение осмыслить это, может быть, как-то в каком-то времени. Александр Гизалов известен реализацией своих социальных проектов и развитием умной благотворительности, а также как автор множества публикаций по данной тематике. Миссия, что такое миссия? То, что ты делаешь. Миссия самого Гизалова в проекте Общественной палаты в том, чтобы создать общество думающих и эффективных НКО. На семинаре даже бывалые смогли увидеть свою работу в другом аспекте и задать себе важные вопросы. Опыт эксперта оказался настолько востребованным, что в зале не было ни одного свободного места. Информационное пространство, когда просто не хватает информации о том, что появилось что-то новое. А здесь сразу получаешь. Вот я сейчас очень много интересных вещей узнала. И уровень достаточно, очень мне понравился, очень высокий. Но я, в общем, не новичок в этом деле, и то для меня есть какие-то новые вещи. Сегодня в обществе бушуют споры о пользе и вреде НКО. Бесспорно одно – умная благотворительность – это некое понимание грамотного использования сил для решения проблем любых социальных групп. Не просто добро ради добра. Это привлечение минимума ресурсов для решения максимума социальных проблем. А этому нужно учиться. Инесса Панченко, Станислав Левин. События.